Но есть государства, в том числе страны НАТО, которые не поддержали Вашингтон. Среди них один из самых верных союзников США в Европе – Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель еще несколько дней назад расставила точки над «и», заявив, что ее страна в военной операции принимать участие не будет. То же самое прозвучало из Рима от премьер-министра Италии Паоло Джентилони. Глава греческого правительства Алекс Ципрас также ясно обозначил свою позицию – не участвовать в атаках. На Ближнем Востоке резко осудил удары Иран. В Тегеране заявили, что агрессия против Дамаска – это месть за поражение террористов в стране. И призвали мир также осудить налеты на Сирию и совместно противостоять им.